Assalamu alaikum, Marshdoril. If you guys want to know what is Chechen's favorite nation, just watch this video. Ugar duk diye sok an nuh vakhdo nuh chi bozuk. Nuh chi bozuk gi. Ufti. Galga. Yo. What the? Ba vijri batish. Грузинский. Грузинский? Интересный вопрос. Да, это сложный вопрос. Скорее, японцы. У них интересная культура, есть сходство с нашей, какие-то параллели виднеются, но так они молодцы. Ну, чита бяхчу гурдук дешками. Давай, луха шамеги. Луха шамеги. Ну, English is Zulish, What is your favorite nation, except Chechens? Я не знаю. Ингуши. Я не разделяю их, это я считаю, просто разные делегации. Сложный вопрос. Наверное, я очень люблю скандинавскую культуру. И вот норвежцы, датчане, кто там у них еще был? Шведы. Шведы, да. Просто как народ они симпатизируют. Их культура, как они живут, их обращение с людьми и их в целом коммуникабельность между собой, это супер круто. Мне нравится. Дойз эл дук камца дойз сон, ой, ногчи наш дозаш. Сухил мэтта хашча, сон дойзан дал кама. Это австрийцы, немцы, но они как по развитию идут. Но сон дух ти еще дал кам даци. Если сравнивать, ой, ногчи еще, ногчи кама, и сон хай дух ти еще дал кама, сон сравнить ты че, японцы буй. Просто потому, что у них схожая культура. Хотя это полностью абсолютно другой народ, абсолютно другие у них обычаи, все такое, но в целом это схоже. Теперь дюнелхалар, да? Честью называют. У них это тоже присутствует. Тоже хорошо. Yep, that's all. Do not forget to like this video, to subscribe to my channel, and see you in the next videos. Hopefully, Adigail.